Кислотень, кислотюшка, кислотюшечка. Доброго времени суток, народ. С вами, как обычно, Джесс. Мы продолжаем проходить десинг. Я сегодня бодр и полон сил. Начинаем мы немножечко не сначала, потому что я оказался не настолько полон сил, как я думал, и тут немножечко все плохо было. Но сделаем вид, что этого не было, и... Да твою ж мать! Вот эти вот быстрые меня ушатывают раз за разом. Это было совпадение. Я не специально. До свидания. До свидания. Так. Давайте мы попробуем вот это вот. Это что должно делать? А, это типа дробаш. Мне в лицо летит. А, это кис... Прекрасно, после зачистки умереть, так только я могу. Короче, это кислотный дробовик, который, судя по всему, шоты должен, видимо, противников. Это довольно интересно. Я вообще порядком... Что это такое? А, это... Вот этот вот диаметр мне не нравится. Это оружие, которое мне уже полюбилось, так что я, пожалуй, его с удовольствием возьму. Привет. Блин, ты не хочешь сбиться с ног, например? Ладно, не очень он хотел этого делать явно. Где музыка? Где моя кислота? Мне нужна кислота. Кокс, где мой кокс? Простите. Я сегодня первый день после двух недель вышел на работу, и это, как ни странно, вызывает у меня кучу позитивных эмоций и в общем-то. Поэтому я такой тошнотворно веселый сегодня. Так. Блин, я сам себя застрелил. Вы видели это, а? Я профессионал. Угу. Умри, пожалуйста. Иди, пожалуйста, умри. Уа. Блин, тебя само... Что с ними не так? Почему они катятся вперед после того, как упали назад? Так, до свидания, собака. О, на. Кстати говоря, это до сих пор может меня еще убить, даже несмотря на то, что она уже пролетела сквозь противника, так что надо поаккуратнее. Чем мне на... А, на этот раз я сел на шнек. Хорошо. Куда-нибудь отойдем и посмотрим издалека, что на нас вообще наспомнится. Блин, он успел все-таки высрать свою эту бомбу проклятую. Ау! Тихо! Ой-ой-ой. Хорошо, это как АОЕшка действует, я понял. Блин! Огонь. Оружие просто прекрасное, вот это вот. Сайдарм. Мы, наверное, его и оставим. Пока что. Если что-нибудь получше не появится. Сайдарм мы меняем как перчатки.
шутер, мать твою, легкого поведения. Он, по-моему, не очень определился, собственно, что с ним должно происходить. Ту собака, она пыталась меня убить. Они все пытаются меня убить, но эта собака особенно рьяно это пыталась сделать. Так, хорошо, из этого мы не стреляем. Deliverance. Отстань. Так, ау. Так, паук, давай иди лесом. Ты тоже. Так. Ой, я случайно подобрал все-таки этот. Ну, мне нет причин не раздать любви. Слушай, там пушки. Ага, а еще тебе что? Так, я очень надеюсь, что меня... Блин, не забываем. Блин, ух! Хорошо. Не люблю я быстрых. Они какие-то подлые. Вот о чем ты. Я надеюсь, что не особо меня вымотает эта серия. Я смогу в таком же бодром настрое сегодня записать еще одну. Мне летейше нравится эта игра, ребят, вот прям честно, я давно такого удовольствия не получал. Я иду назад? Нет, я не иду назад. Вкусняшка, дайте вкусняшку. Не хочу бороться с ордами противников, я хочу вкусняшку. Еще я хочу ужинать, блин. Но этого мне пока что сегодня не это. Не светит, попозже. Все потому, что это очень негативно сказывается на моем стремлении что-либо вообще делать, не только записывать. Я расслабляюсь, становлюсь добрым, спокойным. Никаких вам матюков и прочей развлекухи. А ну-ка, лесом. Ты чё, дикий? Так, где кто? А, вон кто-то шарится. Бш. Слишком просто. Так, паучки. Давайте мы этих паучков попробуем перестрелять всех, чтобы у вас глаза не лопались от моих мотаний камеры. Всех не получилось. Упс. Ребят, да идите. А почему, собственно, всякие эти лансы не стреляют при... А можно? А, во. Круто. Вокруг меня строится уровень. Не сказать, что это в новинку. Фракчер. Course Hema Discovered. Надо посмотреть, что это за ядро новое у нас. 2E, 2A, 2S. Почти задница. Шутки за 300. Ну, общий А, это, по-моему, довольно неплохо, учитывая, что я, в общем-то, был не особо разогретый. Даже учитывая, что я выкинул... Там первые минут 3, наверное, мясорубки. Нужно было разыграться. Так. Crisis User Weapon Damage. Это хорошо, давайте попробуем. Здесь что у нас? Initialize. Toxic Burst. Poison Rapid Tribolt. Сюда нужно Toxify Overcharge 5 противников. Я не знаю, что это значит, честно скажу.
Но я думаю, мы с вами об этом узнаем. Все, давайте, давайте, давайте. Кокс? Где мой кокс? Блин, я не знаю, у меня совсем тупорото с настроением. Наверное, ты неплох. Вот игру Зентор, Зондефендер. Ну, знаете, я подозреваю, что мы все-таки пойдем сейчас в Иберацию, потому что... Нет, давайте не пойдем в Иберацию. Я понимаю, что у меня, наверное, завтра не будет времени монтировать, сидеть, поэтому... Зимодычи немножечко запустим. Твою мать! What the hell are you? Я, кажется, это уже говорил. Я не понимаю, что ты мне говоришь по-русски. Хотя бы по-английски. Да, да, это мы уже проходили. Ой, какое у тебя копье клево. Ну давай, удиви меня, Лансер. Фу, блин. А, это коняшка. Это Хикарим, ребята. Да ты... Так, я понял, два раза чарджиться от него надо. Что он делает? Ага, у меня появились противники. Это хорошо, у меня сейчас и хп с ними появится, возможно. Да. Это что? Туда лучше не забегать, да? Блять. Я хп не подобрал, понял? Ух, музыка. Хоть специально сливайся, чтобы это длилось подольше. Ать, мимо. Так, у него на спине щиты. Это коняшка это или нет? Не понимаю. Нет, это коняшка, у него точно 4 этих. 4 ноги. Я, в общем-то, задался вопросом, это коняшка или он просто двигается как ДЦП. Блять, собака, ты что? Смерти моей хочешь, что ли? Как оригинально. Это по поводу смерти, а не по поводу босса. Босс меня целиком полностью... Так, меня кто-то укусил там? Ударил. Окей, я думал, это коняшка. Блин, да чё? Может мне его загнать в... неприятную ситуацию? Эй. Я себя загнал в неприятную ситуацию, красавец. Они отключаются, когда он проходит. Это его друзья, не мои. Оп, блин, я же упрыгнулся, но... Я немножко увлекся расстрелом его из ядовитой фигни. Хорошо, тут во второй главе и босс посложнее будет. Хотя на деле он сложен, потому что это у меня руки не из того места. Амерштейн и Смоук, пройденные давным-давно, сейчас бы посмеялись мне в лицо с такой игрой. Умри. Ох, я не увидел за мобом, который впереди летящий в меня выстрел. Не-не-не-не-не. Оп, ноп. Вот эти его взмахи, долгие, размашистые, они очень неприятны. Так, где наши противники? Нет. Нет. Не показалось ли БК щелкнул на фоне? Если щелкнул, вы не серчайте. Я, блин, не специально его оставил. Давай, конь ретивый. Блин, нечем стрелять. Так, это хорошо.
Ну блин, что за дичь? Так, мне нужен мой сайдарм. Можно мне мой сайдарм, пожалуйста? Нет. Как он меня опять столкнул? Кто ты? Кто так спамнит на голову противников вообще? Не надо так. Мне приходится постоянно смотреть, что там происходит сбоку. На. ХПшечка. Это еще не все, значит. Нет, это все. Это все. Это просто была предсмертная ХПшечка. Ладно. Это заняло всего 3 минуты. Серьезно? 4-5 минут. Ладно, хорошо. Мне показалось. Да, это щелкает ВК. Но дабаться я сейчас не буду, потому что эта игра была замечена в подлых крашах, которые мне немножечко... Так, Shard Progression Tier 3 открылся, это что? Ты что такое? Эй! Ку-ку. А, я понял. Я понял. 47%. Блин, я не знаю. Тут все правильно, тут я ничего не буду менять пока. А вот тут... Хорошо. Понятно. Их надо, короче, загрузить ядом по самой не балуюсь. Тогда, может, будет это. А давайте пройдем операцию. Сделаю вид, что мне это... Не страшно. Я не ценю, что вот этот уровень сильно проще вот этой операции, например. Что, давайте, 13 минут на операцию, я думаю, нам хватит. За головой. Надеюсь. Ну, если не будут совсем конченые мутаторы, конечно. Если будут конченые мутаторы, это будет грустно. Так, по-моему, вот так ты делаешь, да. Я уже потратил, блин, по четверти патронов с каждой этой. Так. Сакимбо я люблю. Так, а чё где? Кого я ищу? Вон оно. Умри. Нет. Терпеть не могу быстро зато. Блин, блин! Твою мать! Стоп, я шифтить что ли? Нет, шифтить могу, а почему не получилось? Я честно пытался, ребятки. Иди. Ты иди туда же. Нет. У-ху! Хорошо полетел. На самом деле, то, что я вот с этим вот не справился с первого раза, это, на мой взгляд, стыд и позор. Блин, не надо. Надо прям встать, что ли, на них, чтобы получить. И на того нарвались, сучки. У меня есть кор рабочий. Если все будет плохо, я... Так, юзер мой... Мы так не договаривались. Я понимаю, что я могу ваншотнуть. Блять, это зря. Что угодно. Но movement speed у меня забирать не надо было. Скорость передвижения я люблю.
Ну, есть прям те, кто любит-любит, а я просто люблю. Да. Хорошо, почти идеально. Я накидал фонтан случайно. Надеюсь, на меня не обидятся за то, что я тут грязь навожу. Ну, следующий мутатор. Давай, удиви меня. Я никуда пришел. Хорошо, хорошо, хорошо. Сколько у этого уровня зон, вы не помните? Я, например, не помню. Хотя мы здесь вроде бы даже не были, что ли. Какая-то особенная операция. Так, это что такое в меня влетело? Блин, да суки вы. Блин, да. Я тебе сейчас постреляю. Нет, нет. А как я выжил? Каким-то образом взлетел над лавой и после этого еще жил. Разве не чудесно? Так, я заряд собрал хп, то хп пусть лежит. Что, я могу еще двигаться? Угу. Пусть лежит. Угу. Место последовательность в действии. Отстаньте от меня, животные. Ай, блядь! Вы прикиньте, я в тот же угол умудрился убиться. Отстань от меня. Ты от меня отстань. Давайте сначала разберемся с мелкими проблемами. На! Бедекстрос. На нахрен. Правильник прям. Блять, меня бьют, меня бьют. Ладно, хорошо. Это было достаточно паршиво, но я справился. Замедление ужасно трейсера. Что такое трейсер? Замедление ужасно не мешает. Возможно, не только замедление, потому что что есть трейсер, я понятия не имею. Ну, помимо там этой девчонки, да, у меня ПП. Чайник! Сейчас они летать будут по всему этому. Так, пожалуйста, умри. А, блин, нокбэк. Я думал, оно их будет толкать, а не меня. Посмотрите, как меня уносят. Да я ж убьюсь обо что-нибудь сам. Я просто куда-нибудь нырну такими темпами. Да что? А! Это слишком много лавы, я так не играю. Двойной выстрел в морду никто не переживает, это радует. Ой, ёп. Почему ты не был показан вообще? Блин, тихо.
Ты что, сдох, что ли? Ну ладно. Лаба! Парам-пам-пам-пам-пам. Ва! Что это за позитив, и как с ним бороться? Ну как с ним бороться? Тихо! Понятно. Если я буду так дохнуть, то он сам куда-нибудь испарится. Ны! Ны! А, в смысле, они с одного дохнут? И чё я тогда наяриваю по два? На! Зачем я подхожу? Извините, если не сушу. Я старался так не делать. Ты живой еще там? Что ли? Книга. Мимо. Зато и уклоняться могу, это ж негать. Ну разве не прекрасно? Умри. Блин, я думал, обоих все-таки убью. Блин, это круто. Оп. На нахрен. Блин, чуть опять не упал. Отдача, отдача, отдача. Но постоянно помню, что у тебя за спиной. Это очень неудобно. Ты живой там? Не очень. До свидания. О, спокойно. А ты помнишь, что у тебя за спиной? Я помню, что у тебя за спиной. Ты хорошо. Дальше продолжаем движение. Пока что это все туфта. Не так страшно. 3 смерти всего. Да я вроде и так. Блин, я с дробовиком, и вы мне говорите, что можно только из ближнего боя дамажить. Настолько из ближнего. Блин. В смысле нечем стрелять? Так, я получаю дамаг, задумываясь о том, какого хрена я не могу стрелять. Ладно, там сзади была не таракашка. Нахер. Мои перемещения хаотичны и бессмысленны. Нет, блин, close range. Почему я должен обниматься с ними, чтобы... Сотницу. Один раз умер, я все лучше. А, все, прошел. Ну и прекрасно. Ну вот. Чего я боялся, непонятно. SS плюс SAA. Все достаточно не очень. Хорошо, хорошо. 54 тысячи всего. Мне было давно хорошо уже, но... Увы. Ладно, ребятки, спасибо вам большое за внимание. Я... полон сил, сука. Готов проходить его дальше. Я сейчас, собственно, наверное, сразу буду писать следующую. Но пока что подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, ставьте лайки, я всему был очень рад. Всего хорошего, пока.